Мы военнослужащие 126-й бригады с первых дней СВО выполняем здесь задачу. İşğalçı Rus ordusunun Kırım'da yerləşən 126-cı briqadasının hərbiçiləri Rusiya prezidenti Putin'a müraciət edərək kömək istəyiblər. Video müraciətdə işğalçı ordunun əsgərləri zəruri hərbi ləvazimatlarının olmadığını, 80 nəfərə bir zirehli döyüş maşınlarının olduğunu, bu səbəbdən Ukrayna ordusunun zərbələri qarşısında aciz qaldıqlarını deyib. Əsgərlər Putin'dan dron, hərbi maşın və texnika istəyib. Мы военнослужащие 126-й бригады с первых дней СВО выполняем здесь задачу по защите Крыма и мирных граждан. Мы находимся здесь с первых дней. Украинские националисты давят нас на данный момент техникой, дронами, тепловизоры, вооружение новые. Мобильности нашей группы не хватает элементарных, просто быстрых колес, потому что война сейчас идет современная. Мы просто не успеваем где-то сманеврировать, где-то еще что-нибудь. На 80 человек у нас остался один БТР. Мы надеемся на вашу поддержку. Очень. С вашей поддержкой мы никак назад не сдадим. Мы будем стоять до конца. И надеемся, что мы задавим их. Нам нужны любая полноприводная техника, желательно пикапы, дроны с тепловизорами. Ну что, это все сохранит нам жизнь, нашим бойцам. В свою очередь обещаем стоять до конца и не сдадим. Победа будет за нами.